Да, Kids TV. Всем привет, меня зовут Анна. Сегодня мы открываем Анну и ее Олаф. Мастерская по льду. Привет, Дана. Привет, Анна. Я к тебе приехала из далекой-далекой холодной страны. И во время своей поездки что-то произошло с моим платьем. Посмотри, в нем дырочки. Ой-ой-ой. Да, действительно. Давайте его заполним розовым. Открываем. Прям чуть-чуть. Где платьишко? Теперь будем делать мантию. Спасибо тебе, такое красивое платье и мантия. А ты не могла бы украсить их? Это да. Это тебе платье. Спасибо, Дана. Оно очень красивое. Давай красим дальше. Спасибо, Даночка, мое платье стало еще красивее. Но пока я к тебе ехала, пропал мой друг Олаф. Из-за того, что на улице лето, он растаял. Помоги мне, пожалуйста, сделать Олафа снова. Он появился. Он дохнет дрожками спрятался. И ку-ку! Наполняю! Нашего Олафа. Наполняем, наполняем. Сами его лепим, 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 лепим. Так. Заставляем руки. Открываем. Достали Олафа. Ку-ку-ку. Если у вас есть... Олаф, готов! Смотри, Анна, какой Олаф. Спасибо, Дана, он такой милый. Наконец-то, Олаф, привет, мой друг. Привет. Я так по тебе скучала. Я тоже по тебе. Спасибо, Дана, что слепила мне Олафа. Да не за что. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Пока-пока. Обязательно подпишись на канал. Нажми вот эту кнопочку. И выбирай, что будем смотреть дальше.